Транспортная артерия, ведущая к станице Ленинградской, уже много лет требует ремонта. Из-за выбоин в полотне к местным жителям отказывается ехать такси. Скорая помощь с трудом пробирается к больным. На ремонт не хватало средств. Глава региона поручил решить этот вопрос до 10 сентября. Таких улиц мира, к сожалению, в нашем крае, наверное, немало. Я даже убежден. И название это у нее красивое, светлое, мира. На самом деле, не пройти и не проехать. У меня, в первую очередь, вопрос коллегам, почему мы доводим улицы до такого состояния, а почему вовремя их не ремонтировать, и тогда мы не будем огромные-огромные деньги тратить уже на капитальный ремонт. А не проще ли просто подходить к текущему ремонту более качественно? И тогда бы мы не допустили такого коллапса. Вот тоже здесь вопрос системного подхода и своевременно принятые меры дорожника или кто отвечает за дорожное хозяйство, они бы не привели уже к капитальным ремонтам. Еще одним заявителем стала жительница Брюховецкого района. Вода в хутор Горбузовая Балка поступает с перебоями. Эту проблему местные власти решают вот уже 10 лет. Но все это временные меры. Вениамин Кондратьев назначил ответственных лиц и поручил начать работы по ремонту системы водоснабжения в марте следующего года.